26 мая в Одессе состоится третий Home Fest – фестиваль. На нем все желающие смогут найти для себя четвероногого друга. Для того, чтобы взять домой животное, нужно иметь при себе паспорт и ответить на мини-интервью куратора питомца на фесте. После этого нового владельца зарегистрируют и выдадут специальный жетон. И будут выдавать жетон. А вот жетон, кстати, очень уникальная штука. На нем нанесен QR-код, и если вдруг ваш питомец потерялся, или вот он где-то выбежал, отбежал от вас, что тоже, к сожалению, бывает, то любой другой человек, используя телефон и QR-код, который на жетоне, сможет узнать, как его вернуть обратно владельцу. В этом году в ожидании своих новых хозяев 160 питомцев. Прежде чем попасть на фестиваль, животные проходят обследование у врача и прививаются. Также им выдают специальный паспорт. Перед самим фестивалем еще проходит ветеринарный осмотр каждый питомец для того, чтобы у него, не дай бог, не было температуры, там, внешних каких-то признаков заболеваний и прочее, потому что это важно, чтобы они находятся все на одной территории. Если по каким-то причинам животное взять во время фестиваля не получится, но очень хочется, то можно забрать питомца уже после феста. Для этого нужно будет связаться с волонтерами проекта и приехать в приют, где обитают четвероногие.